Дорогие друзья, мы едем с вами к школьнику. Этот школьник, в принципе, хороший человек. Мы едем его исправлять. Для него у меня приготовлен подарок. Если он, в принципе, признает свою ошибочку, я думаю, он признает, я ему его подарю. И вы все увидите, что это за подарок. Сейчас мы с вами видим, что погода на улице не в лучшем виде. У нас сейчас, так сказать, на улице потепление. И поэтому сейчас жижа везде, говно и не очень приятно. Но зато радует, что тепло, ребята. А пока мы едем с вами к Гриферу. Хочу, чтобы получился добрый выпуск. Ой, в яму бы не влезть. Поэтому, ребята, встретимся уже все на месте встречи. Да, ребят, пока тут еще бабка пройдет. Смотрите, какой у нас подъемчик. Ой, как вот днище-то не задеть. Ух, корный бабай. Да, рискую машиной ради Грифера. Едем дальше. Так, вот мы пришли, его квартира. Светить номер квартиры не будем, поэтому стучимся. Сейчас у нас придет. Здорово. О, здравствуй. Здорово. Я Артем. Артем, да, вот представился. Зрители, знаете, это Артем. Вот. Ну что, пройдем тогда? Проходи. Да, давай. Я тебе тут подарочек принес. Вот, в коробочке. Я тебе покажу, что там. Хорошо. Здравствуйте, меня зовут Артем. Я играю на сервере Servercraft в Майнкрафте. И раньше я очень много гриферил. Но как-то раз меня Сержа поймал и объяснил то, что этого делать не стоит. То, что это будет и для меня хорошо, и для вас же. Тех, кто играет на этом сервере. Мы с Сержей связались в скайпе и все это хорошо обсудили. И сейчас выяснилось то, что мы живем в одном городе с ним, и он ко мне приехал. Вот, как видите, я играю на его сервере. Какой у тебя ник? Скажи, чтобы все как бы поняли, что это ты. Вот мой ник на Живокрафт. Это Артем. Ну, мой ник Артем Макаров, но на самом деле фамилия не Макаров. Ну, чтобы... ну да, да. Но зовут Артем зато. Зовут Артем. Давно играешь на Сержикрафт? Ну, да, достаточно давно уже, если честно. Так, ну, ты понял, да, какую ошибку ты совершал на моем сервере, на сервере моей команды? То есть люди жаловались на тебя, понимаешь? И я просто вынужден был проверить их жалобы и связаться с тобой. Да, так выяснилось, что мы живем с тобой в одном городе. Но я без всяких там злых соображений, без злости решил с тобой связаться, приехать и просто как-то с тобой поговорить, может, отучить от этого. Был у меня уже опыт такой, я снимал антигрифер в реальной жизни. И вот сейчас хочу еще один снять. И также у меня для тебя подарок заготовлен. Но если ты признаешь, что ты не будешь больше гриферить, вот прям скажи там, я Артем, я не буду больше гриферить, и посоветуй другим не гриферить. Я Артем, и я больше не буду гриферить на серверах в Майнкрафте, и вообще не буду гриферить ни в одной игре, и вам не советую делать. Молодец, Артем, все правильно говоришь. Сейчас мы будем дарить тебе подарок, который я тебе заготовил. Поэтому сейчас будет сюрприз. Ну что, Артем, ты готов, чтобы тебе подарок вручил? Конечно, готов. Ты знаешь, что это будет? Нет. То есть я всем своим гриферам, которых я так встречаю в реальной жизни, я дарю подарок. Ты не исключение, и я стараюсь прогрессировать, поэтому я хочу тебе подарить. Первое, я достал тут из коробки, это GTA 5 игра. То есть вот люди пусть посмотрят. Xbox 360, и правда, это не Xbox One, вот здесь диск есть. Потому что Xbox One дорого, я признаюсь, то, что я купил, держи, Артем. Я купил это все бэушное, проверил, работает, это не новое. Но на новый денег нет, это не новый там Xbox One, они стоят под тридцатку, это все очень дорого. Так, ну и не просто у тебя будет диск, понимаешь? Здесь еще в коробке Xbox тебя ждет, понимаешь? Xbox 360. Держи. Спасибо. Я дарю тебе Xbox 360, ты понимаешь, за то, что ты вот исправился, я тебе... то есть все бэушное, естественно, ты не будешь без джойстика, все идет в комплекте, держи. Это я все так по-дешевому нашел на объявлениях, но все же не пустой подарок. Уже Xbox, уже джойстик, уже GTA 5, все на 360. Тебе вообще, ты когда-нибудь играл в GTA 5 на Xbox? Как, конечно, играл. У друзей, но играл. Вот, а теперь у тебя свой будет. Хотел по сети поиграть? Конечно. Ну ты, в общем, рад, что я тебе прям подарил. Конечно рад, это ж Xbox, ну. Да, то есть, ну извини, что не новый, конечно. Там Xbox One сейчас новый, да? Да, Xbox One. Но уже лучше. Ну, это дорого, и не такой бюджет, чтобы школьникам так дарить.
Ну, скажи, ты рад? Конечно, рад, но... В общем... Слав нет. Скажи всем ребятам, чтобы они не гриферили и могут... Ребята, не гриферите. Получайте подарки, да? Да. Боже... Это выгодно. Это выгодно. В общем, ребята, всем спасибо. С вами был Артём. Знаете, это Артём, он больше гриферить не будет. Поэтому не гриферите, ребят. Это плохо. Всем спасибо за внимание. Да, Артём, наверное. Не гриферите. Не гриферите. Артём всё радуется. Вот. Поэтому спасибо всем за просмотр. И пока, ребята. Не гриферите. Попрощайтесь, друзья. Пока.